Приветствую всех, друзья мои. С вами Базилио, канал Fresh Life 28. Мы в традиционной рубрике «Разбор полетов». И история человека, которому уже за 60. А точнее, Владимиру, 65. Мне 65 лет. Рост 170. Вес 86 килограмм. Вот такой я жиробас. Прошло 2 месяца. 3 месяца. 4 месяца престижного образа жизни. Прошло 5 месяцев. Мой вес составляет 66-67 килограмм. Итак, друзья мои, меня часто спрашивают, а что это у вас только молодые, а почему мало женщин, а где пожилые, а где такие, а можно ли похудеть, если ты работаешь водителем и так далее, так далее, так далее. На самом деле, историй на канале Fresh Life 28 очень и очень много. Каждый найдет историю, похожую для себя. И огромное спасибо Владимиру за то, что он записал это видео. Владимир, огромное вам спасибо, потому что на самом деле нам очень не хватало для возрастных людей, для мужчин, для женщин, истории человека, который прошел через это так, как прошли вы. Что же, умолкаю и предоставляю слово нашему действительно сегодняшнему герою. Здравствуйте, меня зовут Владимир, я пенсионер, мне 66 лет. Хочу рассказать свою историю похудения. Как я перешел на престижный образ жизни. До 40 лет я был нормальным. Мой вес составлял примерно 70-75 килограмм при росте 170. При спокойной жизни началось увеличение веса. Дальше я ездил в Турцию 4 раза. За первый раз я прибыл на 7,5 килограмма за 11 дней. А остальные разы уже поменьше, так как исключил торты, хлеб. Мой вес рос до 90 килограмм. Дальше уже было страшно. Я был не толстый, но у меня был очень большой живот и бока. И однажды я увидел ролик Парамонова, Юрия Парамонова, как похудеть. А до этого я и пресс качал, и все, ничего никуда не уходило. Да и не уйдет правильно. Никогда. Нужно менять образ жизни. Посмотрев ролик Юрия Парамонова, перешел у нас по ссылке на канал Freshline 28 Антона Петрякова. Большое ему спасибо за все знания, которые за канал он дает. Пересматривал ролики я буквально вот днями, целыми днями. Так как я не работающий пенсионер, делать мне нечего. Пересматривал все, не по одному разу. Я не знал, что такое насыщенные жиры, ненасыщенные, что такое БЖУ, как считать. Ну, я и сейчас не считаю калории, БЖУ примерно придерживаюсь. Особенно мне нравились стримы, да и сейчас нравятся. Включаешь, он идет час на дорожку и смотришь. Питание мое 5 раз. Ну, как у всех. Утро начинается с овсянки. 2 яйца. Сыр. Из добавок я утром принимаю омега-3 и лютеин для глаз. Остальные приемы пищи, кроме утра, я ем гречку с курицей. Я не заморачиваюсь. Редко меняю. Гречку я люблю. Овсянку люблю. Я все люблю. Мне до лампочки. Лишь бы заправить тушку. А как я определил свою норму? Да это очень просто. Взял маленькую чашку и накладывал их полные.
ел и начал сбавлять, понемногу убавлять. Должно проявление голода к третьему часу. Сбел у меня примерно составляло, ну, около 100 грамм вареной уже гречки, 50-70 грамм курицы, грудки. И пятый прием пищи у меня был творог. Почему был сейчас творог и яблоко. Еды как бы хватало. Ты все время сытый. Но интересно, когда соседи говорили, Вова, ты не больной. Вова, с тобой все хорошо. Как бы все отлично. Друзья, знакомые, ты говоришь, почему такой худой? Ты что, не ешь? Я говорю, да я ел 2 раза. Сейчас я ем 5 раз. Ты так нурексию заработаешь. Я говорю, нет, я кушаю очень хорошо, говорю, и голода у меня никакого нет. Из клетчатки я ем, ну, огурцы, помидоры, брокколи иногда, капусту маринованную, очень мне нравится. Ну, вот такой рацион мой питания. По мере моего веса, пребывания веса, у меня начались проблемы со здоровьем. Врач-терапевт цеховой сказал, ему подойдет любой диагноз. У меня была воспалена печень, увеличенная печень, воспаленный желчный пузырь, камни в почках. Бок все время болел. Я сидел на таблеточках. Особенно смена погоды влияла на меня здорово. Давление скакало. До 150, до 160. Сейчас у меня давление 120 на 80, 115 на 75. Давление стабильно, держится хорошо. От спиртного я отказался очень легко, потому что у меня много друзей не пьющих, родственники тоже есть не пьющие. Даже юбилей я отмечал, как говорят, кто пьет на сухую. Новый год. Все это уже без спиртного, уже больше года, сейчас середина марта, как бы уже год прошел с лишним. Сладкое, очень тяжело я расставался со сладким, я и сейчас чай не могу пить без сладкого, но я беру кусочек шоколадки, квадратик маленький один, и с ним пью. А первые полгода я вообще ни чай, ни кофе не пил. Я пил воду. Я не мог сначала литра выпить. Сейчас я пью спокойно 2-3 литра. Ну и еще и для чая остается место для кофе. Хочу пару слов сказать для тех, кто еще не похудел. Собирается избавиться от лишнего веса. Не сидите, не ждите. Перейдите просто на дробное питание и исключайте потихонечку мучное, сахары. Это быстрые углеводы, это самое вредное, особенно в возрасте уже. Жирное. И все, пожалуй. И избавляйте норму. Это очень просто. С уходом веса здоровье восстанавливается. Я сейчас избавился от всех таблеток, от изжоги. Таблетки не принимаю никакие. На здоровье не жалуюсь. Советую всем избавляться от лишнего веса. Не сидите, двигайтесь. Да, про спорт. В спортзал я не хожу, да мне и как бы уже поздновато. У меня есть дорожка беговая, есть силовой тренажер, есть гантели. Каждое утро я отжимаюсь от пола 30 до 40 раз. Начал я 10 раз я еле отжимался. Сейчас я до 40. И перед каждым приемом пищи, если есть желание, я отжимаюсь до 20 раз. 25 могу. Не насилуя себя, спокойно. В отказ не иду. И еще. Когда идешь и видишь полных людей, так хочется помочь. Но Замат Бек сказал, не лезьте в душу. У каждого судьба своя. Обратиться? Помогите.
Спасибо Азамату. Молодец он. Он вообще пример для всех. Еще хорошо, что ты приходишь в магазин и не бегаешь по магазину, не рыщешь ничего. Пришел, сразу гречки взял, овсяночку взял, яблочки, огурчики, помидорчики, грудку. Все, больше ничего не надо. А по деньгам нисколько не больше. Моя жена, супруга, весит 42 килограмма и говорит, всех показывают, все ролики показывают, как похудеть, а как пополнять, ни одного нет. Я говорю, держи дефицит. Не держи дефицит, держи профицит. И ты будешь полнеть. Ест она понемногу, ну, часто. Но ей недостаточно этого. Калорий мало ест. И поэтому не полнеет. Как я не объяснял, бесполезно. Ну и ладно. Стройно тоже хорошо. Мой вес сейчас составляет 66 килограмм. Полгода престижного образа жизни мой вес составлял 64 килограмма. Сейчас вот прибыл уже килограмма на 2, даже 3 к вечеру уже. Ну вот. Где-то так. В заключение этого ролика хочу поблагодарить сначала Юрия Парамонова. Я начал с него. И основные знания БЖУ, белки, жиры, углеводы, это я взял у Антона Петрякова, канал Freshline 28. Всем советую посмотреть, изучить и приступить к другому образу жизни. Ну вот, все.